Як з нами розмовляє червоно-зелена символіка? Що сталося з усприманням її після 20-го року? Що не так з цим сполученням кольорів у Білорусі? І чи винувата у цьому самі кольори? Кольори. Гэта суперважны аспект у нашым усфармані усяго навокал. Колеры паведамляюць нам велізарную колькасць інфармацыі, перадаюць процьму сэнсаў і эмоцій, нават калі мы самі не звяртаем на гэтую ўвагу. Выяўленчае мастацтва, маркетинг і псіхалогія, мода і дызайн. Паўсюль вельмі даўно і плённа спецыялісты працуюць над тым, каб цешыць вока, правакаваць нас, рэкламаваць свой прадукт, абуджаць і спакойваць. Карацей, прымушаць нас адчуваць увесь спектр эмоцій. Гэты спектр колераў адкрыў яшчэ Ньютон. Мяркую, многія з вас чулі пра тэст Люшэра. Гэта надзейны спосаб дыягнаставаць эмацыйны стан чалавека пры дапамозе каляровых картак розных адценняў. Ягоны стваральнік Макс Люшэр заўсёды падкрэсліваў, што трапная дыягностыка магчымая толькі пры пэўным адборы колераў і адценняў. Іх значэнне універсальнае, і яно застаецца нязменным для розных краін і народаў, і не залежыць ад узросту, полу ці ўзроўню адукацыі. Ёсць нават катаванне колерам. Дакладней, яго адсутнасцю – белы пакой. Вязня змяшчаюць асобна ў шумаізаляваную камеру з белымі сценамі, дзверы святло белыя, ежа – белы рыс. Калі ён хоча ў прыбіральню, падсоўвае пад дзверы аркуш белай паперы. Вынік такога катавання – не толькі некантраляваны страх і фобія белага колеру, але і разбурэнне асобы. Чалавек перастае пазнаваць знаёмых, а ўнутраная спустошанасць застаецца з ім на ўсё жыццё. Што мы адразу бачым на вокладцы? Гэта БЧБ. Гэта ўжо мяне радуе. Далей. Вельмі важныя і трапныя думкі пра колеры Беларусі зрабіў паэт і мастак Міхал Анімпадыстаў. Вось ягоная кніга. Ён дбайна даследаваў і збіраў усе тонкія сэнсы і значэнні колераў, якія адпавядаюць беларускай ідэнтычнасці, а таксама засцерагаў ад кічу і памылковых трактовак, якія запускаюцца ў мас-культуру. Але сёння мы гаворым не пра ўсе колеры, а толькі пра чырвоны і зялёны. І трошку пра белы. Всё-такі мы народ з колерам у назве. Што значаць гэтыя колеры самі па сабе і як яны працуюць, мяркую, мы ўсе адчуваем на інтуітыўным узроўні. Калі каротка, чырвоны, колер крыві, агню і часам небяспекі, стымулюе нас. Ён выклікае адреналін і нават злосць. А зялёны, колер прыроды і жыцця, наадварот, расслабляе, пазбаўляе адмоўных эмоцій. У колераў ёсць сэнс, які мы іх кладаем, і у колераў ёсць іх уздзеянне на нас, так? І я бы сказаў яшчэ, што гэта уздзеянне, оно можа таксама мяняцца ў залежнасці ад таго, якія колеры мы выкарыстоўваем, якое спалучэнне колераў. І вось, да прыкладу, калі мы размаўляем пра чырвоны і зялёны, то калі паглядзець вось на колеравы круг, то гэты колер, яны знаходзяцца адзін насупраць другога. І вось гэту схему звычайна выкарыстоўваюць для такіх кантрастных аздабленняў, калі ёсць мэта прыцягнуць увагу. Ёсць искусство, которое опарт, который на этом зиждется. Вот когда красное с зеленым, это достаточно страшная штука. Возможно, что-то можно интересное сделать, но я думаю, что это очень раздражительная штука. Вот. И можно проверить, то есть и, допустим, по красному фону написать зеленым, то есть вот этим именно вот тем цветом, который, и это будет ожог зрения, то есть как бы это такая диффузионный взрыв будет. Попробуйте просто.
эти цвета, сами по себе значения этих цветов противоречат друг другу. Красный активирует, возбуждает, зеленый успокаивает. Ну, как вот светофор, да, красный и зеленый. Если мы зажжем их вместе, то будет немножко такая амбивалентность некая, то есть двойное послание. Вуаля! О, здорово! А вот оно я! Теперь вы можете принимать участие в кастинге на лучшего рождественского гномика. Приз будет ваш. Вот оно я, рождественский гномик. Ну, я и правда похожа на маленького рождественского гномика. Мы можем исправить ситуацию, попробовать. Давайте наденем же какую-то такую рубашечку беленькую. Вот так лучше, так лучше уже. И вправду. Я не стилист, но даже я вижу, что так, так приятнее как-то. Угу. С дзяцінства мы ведаем сигналы светлафора. Чырвоны – стаяць, зялёны – ісці. Гэтая супрацьлегласць пасылаў, кантрастнасць колераў выклікаюць пэўную супярэчлівасць. Узнікаюць думкі, а ці дапасоўваюцца гэтыя колеры між сабою ўвогуле? Существует понятие там цветовой круг, цвета расположены друг от друга, там они диаметрально, значит, они называются полярными. То есть все остальные цвета, которые не полярны, то есть вот зеленому противопоставлен, скажем, розово-малиновый цвет. То есть если свечается в красную сторону, то вот это, между прочим, сочетание называется бесхарактерным. То есть красно-зеленый цвет – бесхарактерный цвет. Вот. Если бы, скажем, он был немножко холодный, красный, но вот пурпурный, он уже был бы… То есть, ну, это мое мнение. Не глядячи на то, что эта схема, она контрастная, она комплементарная, якая, ну, как бы, мусить нас не так узбуджать, подавалася, как бы, ей не варто використовывать там каких-нибудь помешканиях для отпочинку, ну, где ты там мусишь успокоиться. Але знов же, вось, приклад оттенял, да, и он показывает, что от гэтых правил можно доходить. Mm-hmm. Бок тут так само оттени червоных, зеленых колеров, але, ну, выглядай привабно, и, mm-hmm. например, я гляжу, я супакоюся, і я би тут адпачыў з задавальненнем. Наталья, что хочет сказать человек, который выбирает такой цвет, красный и зеленый? Здесь интересно именно, вот когда про сочетание говорили, uh-huh. какого цвета больше. Потому что такого, uh-huh. когда какого-то цвета больше, то послание, соответственно, и значение этого цвета меняется. То есть сам образ меняется. Если красного больше, это красный нам может говорить и про динамику, и про uh-huh. энергию, и про агрессию. Если вы хотите быть замеченным, то в красном это сделать намного быстрее, чем, например, в том же зеленом. Uh-huh. А зеленый цвет говорит нам больше о гармонии, о спокойствии, природа, натуральность. Это больше про зеленый цвет. Поэтому, когда вы, например, думаете о сочетании, то в зависимости от того, какой цвет вы выберете в большей пропорции, ваше послание будет иным. Это сполучение, оно может по-разному уплывать на нас, и мы можем по-разному его отшивать. Как, типа, что это сполучение, оно является гармоничным для нас, альбо не гармоничным. И это залежит так само от нашего такого психологичного стану, ну, там, эмоционального стану. Ось, бо разные периоды часу мы можем одно и то же сполучение колеров воспринимать по-разному. Оно будет там сегодня для нас гармоничное, завтра мы на него глядеть не можем. И тому важен вельми контекст, потому что контекст может переворочить просто с ног на голову. Вот, и то, что нам подавалось гармоничным, оно становится негармоничным. У меня нет в планах, например, носить вот прямо вот такие вот наряды. То есть если бы я пришла к вам, например, если бы вы мне вот такой наряд предложили, я бы сейчас не согласилась на него. Зато как глаза светятся. Да. Когда зеленый цвет, сразу появляются глаза. Да, вот раньше, до 2020 года, когда я надевала зеленый цвет, мне все время говорили, ой, вам так под глаза красиво, зеленая курточка. Да, они сразу светятся. Да, зеленое там какое-то платьишко, вы так красиво, вообще супер. А сейчас вот это не работает. Даже если мне скажут, что вам под глаза эта девушка, покупайте, я скажу, извините, нет, да. Я не ношу зелено-красные в своем гардеробе. Але ж давайте поглядзім, што мы маем у рэчаіснасці у беларускіх гарадах, на нашых вуліцах. Слухай, я маю фото, якія мне даслалі беларусы з самой Беларусі. Я іх папрасіла для маёй магістарскай працы, сказала, што мне вельмі патрэбныя фоткі, якія могуць вас гвалтаваць. То бок чырвоны і зялёны колер. Так, і давай паглядзім, што яны мне даслалі. Вось глядзі
Перший фотоздымок. Дзвер. Червоны і зелёны. Што ты можаш сказаць пра гэты фотаздымак? Няма, напэўна, нейкай сутнаснай праблемы са спалучэннем чырвонае і зялёнае. Вось партугальскі сцяг таксама чырвонае і зялёнае, там яшчэ з нечым. І бывае і так, што ты бачыш гэты сцяг на вуліцах партугальскіх гарадоў. Но толькі не ў такой колькасці. Да? І тут, каб зразумець, што людзі перажываюць, гледзячы на чырвона-зялёнае хоць што, да, таму што ўсё фарбуюць у чырвона-зялёнае, трэба ведаць, што пад гэтым сцягам рабілася. Да? І гэта, калі шчыра, можа не пытанне візуальнай прыгажосці, што людзі вось захапляюцца тым, што гэта там колер траўкі і колер памідорак. Да? Вось, хто ведае, калі б мы змагаліся бы там за вольную Беларусь пад нечым чырвона-зялёным, мы бы казалі, ой, прырода з народам, вось тут як на градцы некай проста ў гародзе. Да? Але ж мы ведаем, што гэта колеры, якія ў нас асацыююцца з аўтазакамі, з амапам, са збіццямі, з катаваннямі і гэтак далей. І, канешне, таму нам гэта нагадвае, гэта трыгер, да, тое, што вось называюць. Гэта некая вельмі цяжкая такая асацыяцыя, і калі людзі ходзяць па горадзе, па вуліцах, да, па публічнай прасторы, яны не могуць ніяк ад гэтага закрыцца. Калі бачым такія святочныя ўпрыгожванні, ну ўсё вось як, не ведаю, з некай вельмі правінцыйнай мясцовай тэлеперадачы, дзе баяцца нешта зрабіць новае, да, і нешта памяняць, бо крок управа, крок улева пакараюць. І тут проста, ну, гэтая банальнасць, аднастайнасць і паўторанасць шмат разоў, ну, канешне, яны фруструюць. Ну, а калі бы нават і некія былі шчырыя радасныя адчуванні наконт гэтай даты, ўсё адно вось сам візуал, да, ён настолькі адштурхоўвае, як мне падаецца. Да? Ну і бессубъектыўна мы можам проста сказаць, што гэта банальна, не нова, збіта. Што б ты вось параіў нашым горе-дызайнерам, якія вось зараз у Беларусі працуюць вось з гэтым кантэнтам чырвона-зялёным? Падвышаць сваю нагледжанасць. Гэта перш за ўсё. Глядзець, як робяць іншыя дызайнеры. Таму што наш мозг, ён працуе ўжо з інфармацыяй, якая туды патрапіла. Ён яе перапрацоўвае, выдае нешта, зыходзячы з гэтых дадзеных, нешта новае. І таму, калі ў цябе няма зыходных дадзеных, то выдаць нешта з нуля, ну, вельмі цяжка. І таму заўсёды прасцей влупіць чыстенькі чырвоны і чыстенькі зелёны, як мы рабілі гэта ў мастацкай школе. Ось, ну, нам так сказалі, мы так рабілі, окей. А што можна па-іншаму? Ніхто нам не казаў, а мы не запытывалі. Ось, і таму я бы параіў у першу чаргу падвышаць сваю нагледжанасць і таксама выносіць усё на абмеркаванне. Слухай, я тут чытала, што паводле Люшара гэтыя колеры, чырвоны і зялёны, азначаюць прагу да нейкай дзейнасці. Ну, цалкам магчыма, таму што, зноў жа, гэта кантрастнае спалучэнне, якое не спрыяе нашаму супакаенню. Яно спрыяе, каб мы абудзіліся і нешта там пачалі рабіць. Дык вось яно што, прага да актыўнай дзейнасці. Таму я бацькі такія. То гэты камень быў жоўты. Да, быў жоўтым, стаў вось такім, як і ўсё астатняе. Да, і гэта, ну, зноў нам кажа пра момант. Да, ну, кажа, што сёння, вось там, типа, ў рэжыма, ну, гістэрыка, да, мне здаецца, што калі ўсё настолькі назольна, упарта фарбуецца і фарбуецца ў адныя колеры, да, гэта значыць, што ёсць некая крызісная сітуацыя, да, нестабільная, непрадказальная, стрэсавая. Ну, в Украіне таксама вельмі шмат усяго фарбавалася і фарбуецца ў жоўта-блакітны. Да? І ў людзей гэта таксама нейкія эмоцыі вызывае, і ў тых, якія там жывуць, да, ёсць цалкам разуменне, чаму гэта так. Да? Таму, канешне,
нельга просто сказаць, што кожны раз, калі ўсё будуецца ў адно некае спалучэнне колераў, то гэта некае глупства. Да? Але гэта дакладна сведчыць пра стрэс, пра тое, што ў людзей бракуе добрых дызайнераў, які зрабілі бы хаця бы гэтую дзяржаўную прапаганду эстэтычна прывабнай. Да? Але нават гэтага няма. Але мне што пра гэты камень здаецца цікавым і яшчэ пра пару надпісаў, якія мы бачылі. Надпісы, зробленыя на беларускай мове. Да? Мне здаецца, гэта значыць, што людзі, ну, некаторыя людзі, якія фарбуюць беларускія гарады ў чырвона-зялёнае, яны шчыра любяць Беларусь. Падабаецца нам гэта ці не, да, яны ўсё адно, ну, лічаць, да, што гэта вось нешта такое наша, беларускае, да, і ў тым ліку наша, можа, не расійская, напрыклад. Да, гэта таксама від патрыятызма. Да, вось падабаецца ён нам ці не. Расійскі мастак-пейзажыст Алексей Саўрасаў жыў у 19 стагоддзі і найбольш вядомай карцінай «Грачі прилетелі». Для Беларусі і беларусаў ён аніякага дачынення не меў. Тым не менш, я згадала пра яго не проста так. Ёсць у яго менш вядомая работа, якая адгукнецца нам найперш назвай. Вось яна. Паглядзіце. Здаецца, аніякіх асацыяцый. Але яна называецца «Закат над балотам». Так-так, вы ўсё правільна зразумелі. Менавіта так у народзе вельмі даўно называюць чырвона-зялёны сцяг. Наколькі трапна і сімвалічна. Захад сонца, завершэнне дня і побач маўклівая беларуская багна. Павольнае паміранне ці нават выміранне, бязлюдны пейзаж, пессімістычны беларускі дзен, кіслотны постапакаліпсіс. Робіцца млосна ад думкі, з якой злараднасцю і ўпартасцю лукашыст спрабуюць прымусіць палюбіць гэтую каляровую безвыходнасць, чырвона-зялёную бесперспектыўнасць, сімвал застою, карупцыі і беззаконня, што за часамі БССР, што за Лукой. Самы сапраўдны гвалт дзяржаўнай сімволікай, садысцкі, гопніцкі, беспакараны. Цяжка ўявіць, колькі пакаленняў беларусаў з горкай іроніяй усведамлялі ўвесь фаталізм свайго існавання пад гэтым БССР-аўскім сцягам, прамаўляючы з саркастычнай усмешкай «закат над балотам». Зрэшты, пра смех і іронію мы пагаворым пазней. Дарэчы, а вы ведаеце, як даўно існуе чырвона-зялёны сцяг і адкуль ён узяўся? Не так даўно адзін з беларускіх чыноўнікаў-лукашыстаў заявіў, што менавіта пад гэтым сцягам беларусы вызвалілі краіну ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і нават узялі Берлін. Ну, як бы сказаць. Вось некалькі цікавых фактаў для яго. Сцяг БССР быў зацверджаны толькі напрыканцы 1951 году. У часы Другой сусветнай вайны яго яшчэ папросту не існавала. Яго не было. Пасля лукашэнкаўскага рэферэндума сцяг быў вернуты са зменамі. Без сярпа з молатам, са змененым арнаментам. А ўвогуле ён мог выглядаць вось так. Ідэя Лукашэнкі, дарэчы, як вам? Аўтар сцяга – мастак Мікалай Гусеў. Расеец паводле паходжання, які пасля кастрычніцкай рэвалюцыі асеў у БССР. Адукацыю атрымліваў разам з вядомым Заірам Азгурам. Да вайны ён працаваў і выкладаў у Менску. Падчас акупацыі супрацоўнічаў з акупацыйным нямецкім рэжымам, пасля акупацыі працягнуў з савецкім. Што праўда, яму давялося адсядзець за гэта 4 гады, ведаючы рэаліі таго часу, гучыць падазрона мала. Аўтар сцяга БССР пісаў партрэты не толькі Купалы, Коласа, Рыгора Шырмы і Петруся Броўкі, але і Адольфа Гітлера.
Ця гусеву допомагав створати професор мистецтвознавства Михаил Кацер. Докладней, гэта ён недзе адшукаў знакамітую арнаментную частку. Гэтую цьмяную гісторыю варта распавесці асобна. Гаворка вось пра што. Михаил Кацер перыядычна блытаўся, адкуль узяўся той рушнік з арнаментам для сцяга. Паводле адной ягонай згадкі, ён быў знойдзены ў старых архівах Сенніцкага павета. Паводле другой, у вёсцы Касцялішча, у таямнічай сялянкі Матроны Маркевіч. Што праўда, яе імя не згадвалася нідзе да канца 80-х. У 2015-м ёй, дарэчы, паставілі памятны знак у сянне. Але даследчыкі сцвярджаюць, сам арнамент не характэрны для Віцебшчыны. Ён паходзіць паводле сучасных навукоўцаў з Чачэрскага, Веткаўскага ці Гомельскага раёна. Вельмі цьмяна і заблытана. А што ж не так? Адгадка простая і сумная сваёй праўдай. Матрона Маркевіч да замужаства мела прозвішча Кацар. Гэта родная сястра Міхаіла Кацара, пра якую ён нідзе не згадваў ажно да развалу СССР. Жонка ворога народа, рэпрацаванага і расстралянага ў 37-м. Сястра адным сваім існаваннем псавала біяграфію і кар'еру савецкага дзеяча. І вось жа, з'яўленне арнаменту ад амаль што выкраслены з гісторыі сястры, памерлы ў 1957 годзе, гэта такое, з аднаго боку, кумаўство, а з іншага – выпачэнне, адкупленне віны з боку паспяховага брата. Такім чынам, сцяг БССР – вынік супольнай працы мастака расійскага паходжання, які супрацоўнічаў і з савецкай, і з нямецкай уладай, а таксама простай беларускай сялянкі, чыё жыццё зламала тая самая савецкая сістэма. Гэтая гісторыя, як чарговае сведчанне таго, што сапраўднае беларускае жыве, прарастае праз час і абставіны, а пасля раскрываецца ў праўдзе свайго існавання. Часта кажуць, што чырвона-зялёны сцяг не нагадвае аніякіх іншых, што ён вельмі арыгінальны. Ну што ж, а што наконт гэтых? Буркіна-Фасо, Португалія, Мадагаскар, Мальдівы, Бангладеш. Do you like... Ці падабаецца табе сцяг Мальдів? Гэта твой сцяг? Yes. So I really like my flag. Так, мне падабаецца сучасны сцяг, яго лёгка запомніць, і мне асабліва падабаецца, што яго проста маляваць. Тыя ж колеры выкарыстоўваліся і раней. Мне падаецца, што яны абралі вельмі добрыя колеры. Таму што яны адлюстроўваюць тое, што наша краіна сапраўды значыць. Чырвоны – гэта героі тыя, хто ахвяраваў сабой дзеля нашай краіны. Зялёны – гэта спакой, наша незалежнасць. А белы – наша рэлігія. Такім чынам, колеры сапраўды супадаюць з тым, што мусіла быць сэнсам сцяга. Колеры сцяга маюць важнае значэнне. Чырвоны колер сведчыць аб тым, што нашы грамадзяне гатовыя абараняць сваю краіну, нават коштам іх крыві. Такім чынам, чырвоны колер важны для нашай ідэнтычнасці. Зялёны колер сімвалізуе зялёную прыроду і сельскагаспадарчую дзейнасць, што вельмі важна для нашай краіны. Гэта сэнс зялёнага колеру. Жоўтая зорка ў цэнтры. Жоўтая зорка азначае, напрыклад, вось яна, вы бачыце? Donc la couleur l'étoile jaune ça ça reflète le progrès. Так, жоўты колер азначае прагрэс і эканамічны інтэлект.
Вось у нас ёсць зялёны і чырвоны. Зялёны сімвалізуе надзею. Я ў гэтым упэўнены. Чырвоны сімвалізуе тое, што можна разглядаць і як добрае, і як дрэннае. Але ён сімвалізуе кроў, пралітую людзьмі, якія змагаліся за нашу краіну. Я не ўпэўнены ў гэтым, але я лічу, што гэта так. Што ты адчуваеш, калі бачыш шмат сцягоў на вуліцы? Я сапраўды нічога не адчуваю. Праўда? Чаму? Гэта было б дзіўна. Напэўна, таму, што трэба было б прыдумаць для гэтага прычыну. Таму, што я б сказаў, што гэта ненармальна. Але акрамя гэтага ў мяне няма асаблівых пачуццяў да сцяга. Я тут не самаацэнку раблю. Трэба сказаць, што я не надта патрыёт. І я бачу сцяг як сімвал краіны, відавочна, нацыі. І гэта асацыюецца з патрыятызмам. І прынамсі для мяне гэта таксама у большай ступені цяпер звязана з патрыятызмам. Maybe more nowadays a connection with patriotism and also але таксама з правымі палітычнымі рухамі, якія я не падтрымліваю і не люблю. І магчыма, гэта тое, што мяне адрывае ад сцяга. Вобраз або тое, што ён уяўляе. Окей. Look at this. Паглядзі на гэта. Што ты пра гэта думаеш? Maybe do you have something like Можа у вас ёсць нешта падобнае у вашай краіне? Кшталту такога з колерамі вашага сцяга. Паўсюль у горадзе. We mostly don't have those kind of things, but у нас у асноўным такіх рэчаў няма. Ёсць у нас святочныя агні, таксама дарогі часам так упрыгожваюць, але ў нас няма ні трактароў, ні чаго яшчэ размаляванага як сцяг. Я такога не бачыла. But we don't have tractors and things colored in our national flags. I haven't seen it. If you football match. Часам, калі адбываецца футбольны матч, і адна каманда рушыць гуляць на іншы востраў, а асноўны транспарт у нас гэта лодкі. If it is a nearby island, the other island goes with the board. Гэтае судна будзе ўпрыгожана шматлікімі сцягамі, але яно не будзе пафарбавана ў колеры сцяга. But it's decorated with the flags. Што ж, гэтыя колеры выклікаюць у нас гонар тым, што мы належым да сваёй нацыі. Калі мы бачым гэтыя колеры, мы ведаем, што гэта колеры Буркіна-Фасо. Больш нідзе мы не пабачым такія колеры. Такім чынам, яны даюць гонар нашым людзям быць грамадзянамі нашай краіны. І яны гатовыя абараняць наш сцяг. Are you proud of... Ты ганарышся сваім сцягам? Ні, але я не бачу нагоды, з якой я павінен ганарыцца сваім сцягам. Я не ганаруся сваім сцягам. Ні. Чаму? Чаму я павінен ганарыцца сваім сцягам? Гэта твой сцяг, гэта твая краіна. Я ведаю, але я ганаруся сваёй краінай, як ганаруся іншымі краінамі. Я не бачу прычыны адчуваць сябе асаблівым датычна сваёй краіны. Я думаю, што гэта краіна падобная на іншыя краіны. Калі б я жыў у іншай краіне, сцяг, напэўна, меў бы больш сімвалізму. Так што я не раблю дакладнага адрознення і не думаю, што мае сэнс ганарыцца сваёй краінай або сваім сцягам. If I was living abroad, probably... Калі б я жыў у іншай краіне, сцяг, напэўна, меў бы больш сімвалізму. А пра ваенную абстаноўку я не згадваў. І цяпер я памятаю з-за Ўкраіны, што калі ты на вайне, то сцяг і дзяржаўныя сімвалы, якія прадстаўляюць краіну, маюць больш моцнае значэнне.
Яны становяцца больш значнымі для людзей, якія ваююць. Як было калісьці з партугальцамі. Таким чином, вероятно, Португалия воевала у той час. И бачить стяг, и використовувати его подчас бойових діянь, мело б для мене нашмат большее значення, большую репрезентацію і символізм, чим тепер. Цікаво, що з пункту гледження лукашенківської ідеології трактовка кольору червоно-зеленого стяга у кожного своя. Ось що каже директор Інституту історії В'ячеслав Данілович. Червоний колір здавна символізує сонце. Разом з тим, він увасабляє волю, мужність, високородність. Зелений колір – це не тільки символ природи, але і символ молодості, енергії любові, весни і одродження. Колір щедрості, добрині і створальної праці. Білий колір символізує духовну чистіню, святість, мудрість, згоду, свободу і веди. У основу орнаменту покладений узор узиходячого сонця. У ньому використані старожитні символи землеробства, ромби, графічні варіації яких відомі археологам по знаходках на території Білорусі. Дамо слово еще одному интерпретатору. Мы ведь сохранили красный и белый цвет. Белый цвет – это чистота, чистота нашего народа, что соответствует нашему народу. Красный цвет – это наша борьба за независимость. Это цвет наших побед, в том числе и в последней, Великой Отечественной войне. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был в последние годы характерен нашей символике. Это цвет жизни, это цвет миролюбия. Червоный у них – то солнце и воля, то советская борьба и перемога. Зеленый – то весна и природа, то життё и миролюбие. Не узгоднили досюль. Может, тому, что стараются не думать про свою символику наогул, символику, якая увесь час посылает визуальный сигнал каждому, кто на ее глядит, радоваться завжди рано. Альбо уже запоздно. К флагу я в детстве относился скорее нейтрально, но ближе к негативу, потому что мне флаг ассоциировался с властью, которая все больше и больше начинает ущемлять права белорусов. И с каждым годом, когда я рос, я постепенно все больше начал замечать, что, как это проявляется в обществе. Как часто обманывают людей на выборах, это говорили все вокруг взрослые. Я не находил никого, кто голосовал за Лукашенко. Я служил в 2015 году, когда были прошлые президентские выборы. Нас очень активно готовили к ним. По 4 часа каждый день тактической подготовки внутренних войск. Для меня действительно вот это вот сочетание красного и зеленого ассоциировалось даже тогда, не знаю, с каким-то колхозом, что ли, не знаю. Так. Ну, то есть, как бы, я просто немножко стыдился этого. Потому что красно-зеленый, ну, если так брать советское время, он тоже был этот флаг, и люди его, ну, не выбирали, просто сказали, вот это будет ваш флаг. В БССР мы жили с ним. Я помню даже свое ощущение в детстве, когда там 15, еще тогда было 15 республик, 15 сестер, вот такой флаг в этой республике, такой флаг. Я сидела, ну там, может, мне было лет 9-10, думаю, ну взрослые какой-то ерундой занимаются, для чего им эти тряпки вот эти вот. Ну вот как-то я не понимала вообще смысла, когда рассказывали там про Великую Отечественную войну, что он погиб за свой флаг, то есть я в принципе не понимала, зачем вот за этот кусок, ну сделал другую эту тряпку. Ну, вот как-то я вообще не понимала. И когда вот эти были референдумы, у меня там совсем маленькие дети, двое были. И для меня это было вообще просто все равно, какой он будет у нас. То есть мне, ну, я не понимала даже смысла того, что я поняла смысл, что такое флаг и почему можно за него умирать только в 2020 году. Помните, когда еще были митинги, и все не понимали, какой флаг с собой брать? Тихановская и Цыпкало
и Колесникова, это уже БЧБ или все-таки еще такая аккуратная оппозиция, это красно-зеленый? Я помню на Фейсбуке все эти обсуждения, как все стилизовали. Тут вот красно-зеленый, но с каким-то БЧБ. Или БЧБ, но тут такая полосочка красно-зеленая. Все пытались примирить эти позиции. Мне очень импонировало то, что люди пытаются, ну, не убедить друг друга, а как-то совместить это. Ну, потому что это и мой подход этого вечного кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Потому что вроде как бы, ну, все, многие понимали, что происходит в стране, и что дальше так. Все, нету никакой возможности все это игнорировать. И мне нравилось, что люди пытаются договориться. Безусловно, события августа 2020 года все изменили. Люди действительно проснулись и узнали, может быть, кто-то для себя открыл правду, в том числе и я. Действительно, вот этот вот патриотизм, который был внутри каждого белоруса, он просто, ну, взорвался, действительно взорвался и вырвался наружу. И это просто действительно не остановить было. Вот эти глаза, глаза нашего народа, то есть вот сама вот эта атмосфера, это была энергетика, это было вот, ну, просто улетал и понимал, что мы вместе, это мы народ, мы, ну, у меня даже вот сейчас аж прямо дрожь пошла вот от этой энергетики, от вспоминаний вот этой энергетики, потому что это было вау. Это вот тогда я поняла, что это такой флаг, и когда под этим закатом на болоте нас задерживали, уже все, появилось такое отвращение, и даже любое вот зелено-красное сочетание теперь просто отвращение вызывает. Потому что под этим флагом избивали, задерживали, и это все происходило у меня на глазах. На кресте, на ИВС, да, вот самые жесткие условия, в которых я пробыл за все время моего отбывания, это одноместный карцер, в котором находилось 9 человек. Мы просто спали все на одном, просто на полу, на бетоне. Ну, естественно, кровати там не было. Я помню тот момент, что мы просто лежим все штабелями, 9 человек. И там, ну, на протяжении, может быть, каких 5 дней подряд, каждое утро нам включали гимн. Я как просто резанный подрывался, выключал это радио. И я просто был в шоке от того, что, ну, ребята, вы серьезно действительно пытаетесь как-то нам привить любовь к гимну или там, к какой-то символике, или там заставить таким образом любить. Ну, это просто какой-то бред. После 2020 года еще у меня мой ребенок, видя вот это вот все по интернету, он вообще назвал, знаете, как его? Кровь на траве. Как бы, на мой взгляд, эти символы, флаг, герб, гимн, они абсолютно запятнаны, дискредитированы, реабилитации не подлежат. Понимаете, у нас что-то поменялось, да, был перелом, был скачок какой-то, вот, как там вот так произошло, что вот произошло отторжение от этого. Ну, не хочется уже, допустим, мне или там моим знакомым, которые все это пережили, ну, не хочется им, чтобы было красно-зеленое. Ну, это как детство, да, там перерастаешь, перерождаешься, и там идешь дальше куда-то. Ну, прошли мы через это. Сын видел, как меня задерживали, наручники одевали, там, мать моя переживала, так скоро к ней приезжала. Это все приходили вот эти вот люди с красно-зеленым, поэтому, не знаю, это, наверное, на всю жизнь останется. Это уже, наверное, психологическая травма просто. Потому что, как бы, когда ты видишь, что под сочетанием этих цветов просто-напросто что утворяли в Беларуси, я видел это своими глазами. Ну, естественно, это не проходит зря. Ну, просто так не проходит. Вроде бы цвет тут ни при чем, и... но все равно как будто... Ну, ты понимаешь, что люди повлияли на твое мышление, на твое восприятие вообще к этим цветам. Для меня сейчас красный-зеленый флаг ассоциируется с Лукашенко. Вот и все. Когда смотрю на красно-зеленый, просто быстрее всего вспоминаю все эти события, которые происходили. Каждый раз думаешь, что нужно еще сделать, чтобы все-таки людей освободить, освободить политзаключенных. Что я еще могу сделать, что я должна сделать. То есть даже не так может быть и отвращение, а быстрее всего напоминание каждый раз зелено-красный, как его убрать.
Минск после 20-го года очень изменился. Я даже помню тот момент, когда я вышел с тюрьмы. Это что такое? Просто там на каждом здании, там бывает на каждом здании там по три флага висит. И ты просто идешь вот так вот, чтобы просто не видеть вот этого всего. Я вышла год назад, 6 мая был год. И я относила в СИЗО передачу моим сокамерницам, шла по проспекту, смотрела на это все. Ну так, прошла главпочтамт, здание МВД, КГБ, вниз к Площади Победы, и везде он висит. И я просто поняла для себя, что... ну, это уже такое, как печать, что насилие происходит, происходило, происходит и будет происходить, что это нормально, что это правильно. Я понимаю, что это насилие, и, возможно, это еще как-то повлияет на подрастающее поколение, потому что они же активно взяли за ТикТок, наверное, даже первее нас, потому что еще в 20-м, в августе они начали активно пилить в ТикТок красно-зеленый флаг, и то, что сейчас происходит, это активно, я вижу, они работают именно над молодым поколение. Ну, есть же и батьки, как бы мы их называем, да, ну, вот это тоже наши земляки. И когда они вот красно-зеленым говорят, мы победили, вот маленькой вот этой вот с уполкой, кучкой такой, мы победили. Так а как вы победили? Когда мы были безоружные, да, вы с автоматами там на БТРах, ну, как в Минске стояли. Мы протестовали. Был обычный мирный протест. Были лица, которые, да, ну, шли там в рукопашную с милицией, но это были единичные случаи. Мы думали, что вот мы большим количеством людей покажем, что мы недовольны, да, тем, что происходит, и что-то изменится. И последний раз, когда я видела красно-зеленый флаг, он был на столбике государственной границы, которую я пересекла ночью через забор. Вот, и... это было такое последнее напоминание, что а если ты не соглашаешься с такими правилами, тебе тут не место. Все. Так, эпоха Лукашэнкі запомніцца будучым пакаленням беларусаў гэтым стабільным гвалтам. Гвалтам усіх тыпаў і на ўсіх узроўнях. Ад здзеку ў песенках афіцыйнай эстрады і прамовах прапагандыстаў да навязлівай усюды існай дзяржаўнай сімволікі. Што рабіць з гэтай траўмай? Як супрацьстаяць гвалту сёння? Канешне, захоўваць цвярозы розум. Напрыклад, з дапамогай гумару. Усе ж мы добра памятаем казку, дзе кароль голы. Ты ж ведаеш праект «Красная зелень», так? Да. Вось калі ты глядзіш на, напрыклад, на мяне, я вось вся чырвона-зялёная, з начосам, і спяваю там песні пра Лукашэнку, што ты адчуваеш? Мне кажется, высмеивание, юмор – это очень хороший и эффективный для меня формат сопротивления. Ну, когда я смотрю ваши передачи «Красную зелень», я очень, мне очень нравится юмор, и это очень, я понимаю, что внедряется в борьбу, и что, конечно, цепляет тех, кто любит красно-зеленый. Поэтому меня это радует. Смеяться в тяжелых ситуациях и нести позитив – это очень важно, потому что, не знаю, смех продлевает жизнь. Ирония, ну, над тем, что происходит на стороне. Да, женщина с начесом – это та женщина советская, это вот преданная, которая пионерка, комсомолка, там, вот, то прошлое. Я вдохновился твоим названием «Красная зелень», и я помню, навыдавал вот таких вещей, там, где у меня арбуз поменялись цвета, где морковки поменялись цвета. Все у меня было вверх ногами. Вот, и у меня целая серия это была. У меня буси улетит зелено-красный. То есть не белый с красным клювом, а зеленый с красным. То есть это противоестественно, да? Столько-столько-столько-столько, столько-мотолько.
Усім вітанки, привітанки. Ми, коли ми разом, ми дует «Красная зелень». А коли ми поособку, Маргарита Левчук і Андрей Павук. Замечательна назва нашого дуета прийшла у голову Андрею Павуку. Розповіді, коли ласка, про гэта. Все було просто. Ну як було? Ну просто було, ну только-матолька і красна зелень. Все. Не, ну не так. Все сразу вискочило, потому что вот эти цвета лукашизма красно-зелёного, оно как-то сразу легло. Возможно, что-то в подсознании лежало из красной плесени, но я этого не придал значению. Это потом уже в комментариях нашли это название похожим. Ну а так, красная зелень, потому что это название суперечит одно одному, да, как наш режим, потому что он суперечит тому, потому что это сюрреализм. Он суперечит здравому смыслу. Так и красная зелень, название, она суперечит одно одному. И это попало. Выступает красно-зеленая Маргоша за гитарой дядя Паук. Песенка про деда... Небо. И... Самолет. Самолет. Для змагарок это терапия, это докладно. Смех лечить, так? А что до ябатик? Для всех терапия. Яны все так само ржуть. Для их всех терапия, потому что громадство у нас разделенное. С допомогой гвалту. Система нас делит на своих и не своих. А вот этот проект, он объединяет, потому что все должны смеяться. Когда все смеются, тогда нация объединяется. Потому что есть один ворог, одинная проблема. Мы не можем уз'єднатися. Мы працуем не для змагаров только, а лишь мы працуем с тем контингентом, который остался в этой тюрьме. Беларусь, яка называется. Так. А вообще-то я и твар с гитарой точно не бандиты. Oh, yes. А бандиты – это ты, кто к державного корыта. Oh, yes. Все залежит от народа, как согнать трона урода. Oh, yes. И тогда на Беларуси будет счастье и свобода. Oh, yes. У будущем, у новой Беларуси, у городах и селах будут приходить все. Навіть ті, хто був і я батьком. Просто він прийде на наш концерт. Вони не зможуть не прийти, тому що в нас буде монополія на насилля. Так, тільки спробуй не прийти. Уволим одразу. Але, Маргарита, є умова. Яка? Покуль ми тут, треба тримати у тонусі цією творчістю. Розумієш, на що я намікаю? Розумію. Все. Будемо триматися. З чого починається родина, з бесіди у приватним ключе, з програми дільється блівотина, якою Григорій веде. А може яна починається з дручков мусоров у руках, з побою тих, хто намагається реалізуватися в правах. З чого починається родина, у клетці, у залі суда, з двора, де спортсмен ідіотіна, з Массандра заб'є змагара. А може яна починається з ракет, що на Київ летять, з вояків, яким подобається невинних людей забивать. З чого починається родина, з російських стягов у кутку, з імперських амбіцій Володіни, з кувалди в дитячим садку, з закату червоно-зеленого, з миття обосраних коров, суботника подневольного, шарковых кривавих дажов. Ну что, подобается вам такая родзима? Нет! С чего ж треба, как починалася родзима у нас и наш лёс? З любого, хто з хунтой змагається, пускає тягнік під откос. З того, хто життям ризикуючи, боронить свою Білорусь. З тих словом, які я гарую, чи у неволі донес нам касту. І тільки тоді народ буде щасливий, коли москаля над тобою не буде. Ось тут
тут починається родина.